בדדוק אני חיית. Her heru? Where are you? You answer all. Нашего неба! Я все сделаю! Яла, яла! Поймаем и порвем. Живыми им не уйти. Обещаю. Плечам к плечу. Видят сразу на... Выдыхаешься? Продолжайте погоню! Нашел!
Кто это? Слышали? Будьте начеку. Прикрываю. Так, пошли. Мне это не нравится. Ты слышишь? Так, оружие наготове. Вместе мы сила. Что? Это странно. Что? Эй! 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 Попробуй! Вижу! От меня! Вот ты где!
Хэм Храддон. Ад! На хаббет хуэм и жес хэпэрэ. Джа, Джа, Хелен! Any suggestion? Thank you.
Ты впервые видела царицу? Да, она красавица. Но не так красиво, как мне описывали. Вот украшения. О, они чудесны. Да, ожерелье у нее красивое. Но ее лицо намного прекраснее. У нее и правда лик богини. Снять проклятие можно лишь с милостью Исиды. А я не уверена, что оно снято. Славься, Сирис, ты не разложился, ты не стал червями. Здравствуй, чистейший. Да пребудет с тобой радость, Меджай. Радости мало, пока воздух Мемфиса наполнен трупной вонью. Я пришел обсудить найденную мной жалобу по ширин Птаха. Да, нам нужен доброволец, чтобы осмотреть гробницу. Похоже, все боятся чудищ, что обитают внутри. А почему ты сам не пойдешь? Они испугаются жреца. Я сосуд богов, не воин. Могу помочь лишь молитвами. Тогда я сражусь с ними. Пусть твоя вера защитит меня. Ха. Да хранит тебя Птах. Отринь неподвижность эту, ибо в ней тлен. Отринь неподвижность эту, ибо в ней тлен. Ни движения, ни дыхания, и ждет немота, как Осириса, я Осирис. Ни движения, их ждет немота, как Осириса, я Осирис. Ни движения, ни дыхания, их ждет немота, как Осириса, я Осирис. Следы? Ничего. Нет никого. Эй, что? Что у вас? Так. Ничего. Что-нибудь? Никого. Эй, откуда? Я найду тебя, а потом убью.
убью тебя! Я едва могу дышать. Источник миазмов где-то совсем близко. Усопший, прости, что нарушил твой покой. Позволь мне пройти здесь. Эти мумии целы. Вонь идет не от них. Это заглушает запах. Совсем недавно здесь кто-то был. Кто-то, кто не боится чудищ. Что это за отвратительная жижа? Нужно найти ее источник. Это заглушает запах. Совсем недавно здесь кто-то был. Кто-то, кто не боится чудищ. Ha ha ha!
Мумии. Они гниют. Это преступление против мертвых. Вот. Плоть разлагается. Но все бинты на месте. Бинты не повреждены. Значит, виноват бальзамировщик. Об этом никто не знает, ведь все боятся чудищ. Надо наведаться в храм мумификации. О, свежий воздух. Вот настоящая благодать. Ah.
Охранять храмы когда-то было священной обязанностью меджаев. Теперь их больше нет. Мир тебе! Пусть Осирис хранит твоих близких. Мне не нужны твои услуги. Я должен осмотреть храм. Но ты не жрец! И кто позволил тебе здесь разгуливать? Верховный жрец. Если хочешь, можешь проверить. Ах, да! Бедный Пашринтах! Над нами нависло проклятие. С тех пор от нас сбежало два бальзамировщика, а заменить их можно только неумелыми работягами. Это просто беда. Вот бы выгнать их поскорее. Вот бы с ними встретиться. Это сюда доставляют тела? Да. Это врата Ибу. Место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают слезами, что пролили боги над мертвым Осирисом. Или просто водой. Кто знает? Нет, так рано мумию испортить невозможно. Этот человек ни при чем. Не хотел бы я оказаться твоим врагом. У меня нет врагов. И секретов тоже нет. Вот так мы вытащим мозг. Он бесполезен. Теперь делаем разрез и вынимаем печень, желудок, легкие кишки. Они начинают разлагаться первыми. Как интересно. Сюда редко заглядывают. Заходи в любое время. Скрывает вину за дружелюбие? Нет, я так не думаю. Ну что, унял любопытство? Еще нет. Поспеши, ты мешаешь нам и тревожишь мертвых. С чем ты работаешь? Это соль? Не соль, натрит. Он вытягивает влагу, а еще он ужасно жжется. Все руки в ожогах. Хотя сейчас стало лучше. Может быть, натрит изменился? Текстура стала более рассыпчатой. Наверное, это все новый поставщик. Человек на заднем дворе сможет рассказать больше.
Если тела сушат с помощью натрита, значит, с натритом что-то не так. Надо поговорить с рабочим во дворе. Это хатие. Тешерин исис асамит. Бахуие. Да амахо седжерит. Это седжам. Сиджирьет. Эти тела сушили натритом? Хм. Ты еще кто? Я проверяю храм. А, ты не торопился. В Мемфисе уже давно стоит трупная вонь. Думаю, все дело в натрите. Откуда он? Это рядом. У канала там стоят стражи. Но берегись крокодилов. И ящериц. Ты сказал ящерица? А ты что-то знаешь? Ну, об этом шепчутся в тавернах. Просто слухи. Если тебе больше нечего сказать, я пойду отсюда. Стой! Послушай меня. Этот натрит испорчен. Смешан с песком. Иди на склад. Это к северу от храма. Боги с тобой. Значит, мумии разлагаются из-за натрита. Что ж, посмотрим, что хранится на этом складе. Анубис мой проводник, а тот, кто даст мне упокоение, Бог в образе льва, Бог спасет меня. Я тот, кто воскреснет, и тот, кто войдет в эту дверь. Глубокие воды мне ведомы, как мое имя. Узри владыку потока. Плечо его прочно крепится к шее. И арка над головой повелителя Запада.
Это сюда доставляют тела? Да. Это врата Ибу. Место очищения. Усопших сюда приносят родственники. Тела омывают слезами, что пролили боги над мертвым Осирисом. Или просто водой. Кто знает? Как скоро сюда приносят тела усопших? Спустя пару дней. Тела не приносят сразу, чтобы у нас не было искушения их осквернить. Теперь ясно, почему тебя назначили встречать скорбящих. Не хотел бы я оказаться твоим врагом. У меня нет врагов. И секретов тоже нет. Вот так мы вытащим мозг. Он бесполезен. Теперь делаем разрез и вынимаем печень, желудок, легкие кишки. Они начинают разлагаться первыми. Как интересно. Внутренние органы тоже выбрасывают? О, боги, нет. Мы помещаем их в сосуды, под охрану сына Гора. Сердце хранится отдельно, чтобы Маат могла взвесить его на весах истины. А тебе это нравится? Прям как бабуин. Эй, что? Сдохни, тварь! Эй! Тебе здесь не рады! Тревога! Бой! Я выпрошу тебя! Против тебя нет шансов. Я же... Ха-ха-ха!
Эй, что? Ну где же ты? Где? Эй! Вегес! Аан, ва-а! Хелхи, мерьет, баки! Хе, агнубрех! Хирепс! На нас напали! Что? Убью! Эй! Что? Подрезай! Хайджи, вер я минти ебин апете. Хайб тесешен герех. Бедедук, а не хайет. Эй, что? Что? Политика сподвигает всех на глупости. Кровь выпущу. Ясно? С дороги! Что ты делаешь? Сиджирье. Эй! Стоим стеной! Сдохни, тварь! Нио Джерианг? Ау, сай! Я Джену! Не к добру это! На куски порву! Ярхеру, хесеф таатему. Ханечеру. С дороги! Держимся вместе! Чеките противника, я прорвусь. Разойдись! Пьянь какая-то.
Виктор! Охранять нашего неба! Я вас прикрою, Неб! Яла! Слушайте! Я все сделаю! Хабери? Ну, мысли уже... Nick and his suggeriet. Бедедук, а не хает. Подношение, что две великие богини Запада преподносят мне. Седжерьет.
high position, Gere. Nia, Nia. Хнумес, Нио Чериан. Суча! Чаа, чаа! Ие мегани! Хабене! Дедук, а не хай. Дороги! Прочно. Хаамун, сети ердеми эни. Ху, или иру. Туэр, песу э. High position, Gere. Are you higher? Harumake party! An, what? Вот и склад. Буду осторожнее. Лишь виновный жаждет очернить невинного. Пощади меня! А? Соль дешево. Дело не в кошельке, так? Деньгами ничего не исправить. Во всем виноват жрец в синем шарфе. Вот что он сделал. И угрожал сделать то же с моей дочерью. Я навлек беду на город, чтобы защитить ее. Клянусь, прошу. Помоги, и я все сделаю. Вот. Все свитки, возьми. Я отправлю его к пожирателю.